Всем привет, друзья! Вот и настал тот день, когда мы подводим итоги нашего конкурса. Что ж, как я и обещал, 6 марта, вы можете обратить внимание, идет запись моего рабочего стола, чтобы вы могли убедиться в честности розыгрыша. Там фиксируется время и дата. В розыгрыше приняло участие 20 человек. Все они выполнили условия, которые требовались для принятия участия. И уже совсем скоро мы узнаем им победителя. Итак, им становится... Диего Нинелли становится нашим победителем. Поздравляю тебя, дорогой подписчик. А теперь мы проверим, все ли соблюдено согласно правилам, подписан ли на нас данный участник. Итак, он подписан. Что ж, отлично. Теперь, собственно, перейдем к вручению долгожданного приза. Игра будет передана через инвентарь в моем аккаунте Steam с указанием электронной почты участника. Но учитывая тот факт, что данная почта может быть не привязана к Steam у данного участника, на всякий случай я с ним сначала свяжусь, чтобы уточнить эти данные, и тогда уже отправлю на ту почту, которую укажет данный участник. Не отчаивайтесь, дорогие друзья. Спасибо всем тем, кто принял участие в данном розыгрыше. Оставайтесь с нами и следите за новыми новостями. 12 апреля стартует новый розыгрыш, который продлится до конца апреля. Не стесняйтесь принять участие, участвуйте и выигрывайте. Всем пока-пока!